Озерск увидел чудо весны. Пасхальный фестиваль с таким названием завершился в городе Атомщиков. Участвовали в нем более 1000 человек, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Для участников были организованы катания на хаске, музыкальный конкурс и конкурс рисунков. А завершилось все гала-концертом. Юлия Савосина с подробностями. Гостем праздничного концерта «Чудо весны» стал санкт-петербургский ансамбль «Ковчег». В исполнении коллектива со сцены Озерского театра «Наш дом» звучат молитвы «Отче наш», «Псалом», «Господи, силою Твоею», и зал буквально замирает. В Озерске завершился пасхальный фестиваль «Чудо весны», организованный в рамках благотворительной программы «Росток» по инициативе акционера группы ЧТПЗ Андрея Комарова. Цель программы – содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения. Фестиваль стартовал еще 1 марта, и участие в нем приняли более 1000 озерчан. Сегодня праздник праздников. Сегодня финальный концерт, подводящий итоги замечательным мероприятиям, которые были в рамках подготовки к пасхальному фестивалю. Наша программа «Росток», она направлена на подрастающее поколение. Это программа духовно-культурного воспитания детей города Озерска. В рамках фестиваля состоялся конкурс «Классики детям» для учеников музыкальных школ области, а также конкурс детского рисунка «Я рисую красоту». Школьники изображали зимние пейзажи, животных и подводные миры. Авторам лучших работ были вручены дипломы и наборы для творчества. Зрителями праздничного концерта по доброй традиции стали озерчане, прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, воспитанники учреждений социальной защиты, представители ветеранских объединений. Для гостей фестиваля также выступил местный танцевальный коллектив «Купава» и камерный хор Челябинской филармонии. Самого младшего дома оставили. Решили, что он тут всех перекричит, даже тех, кто на сцене выступает, а сами пошли. То есть вот они занимаются у меня уже в течение 5 лет в хоре, дочь еще фортепиано занимается. То есть это для нас актуально. Мы считаем, что территория Озерского городского округа – это территория культуры. Наши люди очень любят культуру и сами выступают, и с удовольствием слушают выступления артистов и исполнителей различного уровня. Поэтому особая благодарность группе компании ЧТПЗ и нашему земляку Андреевичу Комарову от всех озерчан за возможность прикоснуться к прекрасному. Пасхальный фестиваль группы ЧТПЗ «Чудо весны» проходит с 2017 года. В этом году компания планирует и дальше оказывать поддержку благотворительным проектам Озерска. Юлия Савосина, Надежда Головина, УТВ.